Забыть про хворь и аптеку, бежать в ковер на дискотеку, подружке платье перешить и на заваленку сходить. Перекопать гряду лопатой, нажарить пирожков внучатам, а клеить надо потолок, компотов наготовить круг. Выступить самой первой выпала Тамаре Тунгускове. Женщина прочитала стихотворение собственного сочинения о своей жизни, буднях и заботах. Все наши девочки, они мои хорошие знакомые. И вот я как-то так получилось, что вот мне предложили участвовать в конкурсе. Вот. Ну, я девчонок поддержала, вот тоже участвую. А это Флюра Кармишина и ее энергичные танцы. Участница 77 лет, но она ведет группу хореографии, куда ходят пенсионерки. В нашем возрасте хочется еще показать свое достоинство, свое желание жить, быть здоровыми и иметь много друзей. Конкурс «Супербабушка-2019» в Нижнекамске проходит третий раз. Свои таланты показали 10 бабушек в возрасте от 60 лет и старше. Они пели, танцевали, читали стихи, но главное, доказали не только зрителям, что возраст не помеха для любимых увлечений, но прежде всего себе. Они молоды душой, энергичны и полны сил. Участвую я уже третий раз. Первый раз и второй раз, и вот теперь третий. Что нам приносит этот конкурс? Наверное, жизнь добавляет нам немного. Выступаем везде, куда приглашают, везде идем, чтобы дома не сидеть. Иначе старость застанем дома. А пусть она нас дома не застанет. Гран-при конкурса взяла Татьяна Коптель, которая является мастером спорта по бальным танцам. Остальные участницы заняли 3 призовых места и получили награды в различных номинациях. Светлана Шумкова, Евгений Лазаев, Новости НТР.